have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. Мы в транзисторе с транзистором. Скорее, наверное, будет, да? Так, у нас там касса нарисовалась. Пойдем сходим, посмотрим, что нам предлагают. Черт. Так, чувак, не надо. Мне этого хватит. Все нормально. Но при этом процесс не повершен. Значит, что-то еще есть или... Под защитой. Так, погоди. Это его убьет. С этим я ничего пока сделать не могу. Зато с тобой могу сделать. Все, теперь процесс уничтожен. Отлично. Чуть-чуть нам добавило, но... Восьмой уровень, это у нас сейчас? Или мы к восьмому уровню направляемся? Надо будет проверить это все. Ну-ка, терминальчик. Прощай, Клаудбанк. Репортаж о последних часах жизни нашего города. Опубликовано Амелия Гарбург, помощник редактора. Полный отчет. Колонка редактора. Я нахожусь на восточной окраине города, ожидая неизбежного. Меня окружают мои друзья и соседи. Блин, как же бесит, когда чувак говорит... Ну, то есть, я по идее... Ладно, если бы я не читал сейчас вслух, я бы читал это, типа, про себя. И такой, читаешь? Он такой, да-да-да. На фоне начинает что-то говорить. Слушайте, ребят, это бешено бесит, не знаю... В первой игре, ну я говорю сейчас про... Это как бы вторая игра от разрабов. В первой игре комментарии, они были довольно интересными и уместными. Они ни разу не мешали. Здесь голос от этого чувака из транзистора, он бесит прям с самого начала игры и прям на продолжении всей игры. И даже прям вот сейчас. Я не знаю, кто подумал, что это будет хорошая идея. Во-первых, тембр его голоса. Не знаю, может быть, это какие-то мои личные заскоки, но это бесит. А во-вторых, ты пытаешься на чем-то сосредоточиться, он постоянно тебя отвлекает маленькими фразочками. Это просто вымораживает. Ладно, все, я высказался, поехали читать. Я нахожусь на восточной окраине города, ожидая неизбежного. Меня окружают мои друзья и соседи, и поэтому мне спокойно. Все это время для меня было честью и удовольствием каждый день делиться новостями с жителями города. И единственное, о чем я жалею, это о том, что это время закончилось. С запада на нас надвигается пустота, и некуда отступать. Мы на краю, и поэтому мы ждем вместе, плечом к плечу. Мы никогда не оставим наш прекрасный город. Я думаю, что даже процесс это понимает. Прощайте. Ставить коммент. Все. Неужели все? Спасибо за ваш ответ. До свидания. И куда... А теперь? Аллея амфитеатра. То есть я в кассу за этим приходил? А куда мне вообще дальше? Давайте я сохранюсь. И я думаю, может быть, сюда продолжим? Я не помню просто, откуда я пришел. Мне кажется, что... Отсюда пришел, не отсюда. Точка доступа. Честно, вроде как вот, ну, прошлая серия, но я не помню. А, может мне туда как-то? Я просто в самом деле забыл, откуда я пришел в прошлой серии, поэтому... А, нет, 4. Нет, я не могу это пробить. Хорошо. Ну, плохо, конечно, но хорошо. Мне куда-то... Черт. Мне куда-то сюда. Чуваку поплохело. Ты еще там, я еще здесь. Ты еще там, я еще здесь. Да-да-да, бла-бла-бла. Чувак, просто...
Проезд Goldwalk. Ну, поехали. Не знаю, чем это все может закончиться. Я думаю, что все равно закончится как-то полным распадом этого города. Фишка в том, что, ну, это же, типа... Это же виртуальная реальность какая-то, я так понимаю. Они чем-то заняты, они, в принципе-то, меня не атакуют. Нечего так шуметь. Иди, иди поспи, чувак. Я не собираюсь тут за спиной оставлять врагов. Все хорошо. Возможно, из-за того, что у нас тут есть точка доступа, они были бы неактивны. Я мог бы просто пройти мимо них и все. Но ну его так рисковать. Сохраниться сохранились. Эта штука с увеличением радиуса взрыва стала очень эффективна. Ну, ёлки ты палки. Они меня атакуют, но не то чтобы прям сильно. Так. Да. Ты там бей пока что. А, там есть еще один, прикинь. Погоди, а ты тут раньше был? Я им приличное количество жизни снимаю. Так, еще одна точка сохранения. Я не против. Вообще ни разу. А где моя экспа за вот этих чуваков? Кто... Может, мне не дают за них экспы, потому что они, ну, типа, это, не сюжетные. Так, мне тут вроде делать нечего. Кто? Ось одна. Блин, чувак, это твои разорванные мысли. Знаешь что? А, да, мы опять здесь. А, я думал, это, блин. Ладно, чуваки, короче, в этой серии я ною, я, наверное, еще буду ныть. Возможно, просто накопилось, извините. Поехали дальше. А, четверочку. Это уже файт. Так, там у нас тупица. Бридж. Давайте я вот этого укатаю. Так бесят вот эти черти. Просто невероятно. Именно своими вот этими фотками, знаете, я бы ничего, наверное, не сказал бы. Так. Раз, два, три, четыре. Минус тупица. А у меня хпшки почти не осталось, смотри. А, тебе не хватило? Ему не хватило, прикинь. Нет! Именно спарк нужно было потерять. Именно на последнем выстреле. Чтоб тебя. Бесит. Так. А, минуточку. У нас появляются какие-то новые вещи. Так, есть флуд. Пофлудить можно на каком-нибудь форуме. Проекция шаровой молнии, уничтожающая цели на своем пути. Кстати, вот это может быть темой. Улучшает большинство функций с присвоением длительных разрушающих эффектов. Ого. И... Восполняет здоровье, когда ход не находится в процессе восстановления.
Блин, мне вот это в пассивку надо бы, было бы круто. Ослабление атаки и защита, и защиты целей накапливается 3 раза. Усиление воздействия большинства других функций увеличивает увеличение базового урона каждой функции. Ой-ой-ой-ой-ой, увеличение базового урона или восстановление хпшки. Я возьму увеличение базового урона. Да, наверное, ну интересно, сколько процентов? Да, возьму вот это. И закину его сейчас, наверное, в пассив. А, так, теперь еще... Кстати, да. Давайте... Я хотел себе пассивочку еще открыть, но я открою еще 4 слота оперативы. И сейчас попробуем что-нибудь наколдовать. Погодите. Значит... Спак же у меня развалился, погодите. У меня невидимость... Что ты делаешь? Увеличение базового урона... Нет, вот ты. Уход в невидимость и повышение скорости после уничтожения цели. Это хорошая вещь. А второе, что у меня там было... Вот это, по-моему. Пользователь автоматически наносит урон при получении урона. Давай-ка я вот это вот, наверное, пока что сниму. А, можно его изучить, кстати. Максимилиан Дарзи, или Дарзи, уж смотрите. Сегодня бренд Дарзи выбирает далеко не каждый, однако 2 года назад более 56% горожан в возрасте от 16 до 42 лет проявляли интерес к одежде Максимилиана Дарзи или восхищались теми, кто ее носил. Портной самоучка стал иконой стиля клаудпанка в 20 с небольшим лет после того, как представил миру линии одежды, которая ушла весьма далеко от формальных традиций. Кроме того, его работа была столь плодотворна, что, казалось, каждый житель Клаудбанка, в действительности всего 8% населения, обрел свой индивидуальный стиль. Но, несмотря на карьерный успех, не всем в жизни Дарзи было гладко. Или Дарзи. Черт, я запутался, я не знаю. Вот тебя выбрать функцию... Нет, стой. Вот тебя надо удалить. Тебя выбрать функцию в пассивочку. Следующий левел, если мы его получим... 125%! Да, да, я это хочу. Потому что нанесение урона после урона тоже хорошая вещь, но мне кажется, что вот это будет эффективней. То есть автоматически вот эта фигня, бридж, у нас будет наносить 125 урона. Получается, за 4 выстрела бридж, который мы делаем, мы будем наносить не 400, а 500 урона, что часто меня могло бы выручить. Сделаем так. Теперь, что я хочу на этот слот-то закинуть... Эффект. Так, создание паразита, который находит цель и разрушает ее изнутри. Давайте мы его тогда пока что закинем на первый слот. Изучим, как оно будет работать. И туда же мы закинем... использовать большинство функций во время... Да, выбрать... ты у нас будешь все так же использоваться во время. И ты у нас... возможность предотвращения появления клеток для большинства функций. Но мне же нужно собирать, типа, или нет, или... Давайте мы один раз. Ты у нас на пассиве что делаешь? Ну, на улучшение... Увеличение воздействия по площади большинства. Это нужно сюда. Давайте вот я вот эту собачку пока что закину сюда на улучшение слота. У меня остался... Осталось 2, а на 2 у меня... На 2 у меня ничего нет, но в принципе мне норм. У меня есть на 3. Потом, мы сейчас попробуем, как это работает. Потом, если что, разберемся. Мне все равно до следующей сохраняшки нужно бегать в такой комплектации. Я при этом делаю шаг назад. Это интересно. Не знаю, чувак, ты меч. А куда мы... Мы же оттуда пришли. Значит, может, нам вниз как-то или... Канал, да. Мы могли просто наблюдать, как мир течет мимо нас. Это у нас просто фразочка, да, насчет канала. Да-да-да, вместе, хорошо, я тебя понял. А-а-а!
ого. Ну, это как бы да. К такому жизнь меня не готовила. Ёлки-палки, я... Итак. Junction Jones закрывается. Обстоятельства вышли из-под контроля после лепешки... Последние лепешки за счет заведения. Junction Jones, возможно, а не Jones. Ну, такое. Хорошо. Выберите вариант для на свой вкус. Supremo Deluxe, осенний салат, морской черт, секрет фирмы. Давайте Deluxe, конечно. Извините, этот продукт больше недоступен. Спасибо, что выбрали Junction Jones. Ваш заказ будет доставлен по адресу через бесконечно минут. Приятного аппетита. Он недоступен, но будет доставлен по адресу. Опа, сюда не подходим. Опять какая-то вот эта вот кракозябра за нами охотится здоровая. Хотя мне казалось, что мы убили. Может, это какая-то другая, скорее всего. Чудесный мотоцикл? Уж не знаю, дружище. Мы, по-моему, очень далеко от нашего чудесного мотоцикла. Хотя, возможно, сейчас какой-то луп. С другой стороны, если мир разваливается... Вон там сейчас вылезем, да? Нет? Ну, выглядит так, что мир разваливается. Да, и вот... Ёпперсете. А у тебя 600 жизней. Вот мы раз, два, три, четыре. Оставим у тебя соточку. Четыре. Раз. Два. Что это за парень? Не знаю. Следующий уровень пользователя. Так, текущий девятый. Да, текущий девятый. Мы идем к десятому. Но мне он не понравился. Он творит всякую фигню. И если их будет несколько, будет очень некомфортно. Мне нужно поскорее искру найти. Ну, вернуть себе вот это вот. Спасибо, что взяла с собой. Так. А куда мы теперь? То, что я тогда сказал. О том, что хочу тебя снова увидеть по-настоящему. Хочу, чтобы ты знала. Я говорил серьезно. Да блин, чувак, с такой манерой речи. Серьезно только бесит. Да, я продолжаю ныть. Так, хорошо. Не знаю, как-то... Нет, сама игрушка, в принципе, прикольная. Задумка очень прикольная. Мне нравится, как они сделали вот эти вот модули взаимозаменяемыми по дэмэджу, по всему. Этот байк заслуживает награды. Давай-ка мы... Да. Итак. Удалить. Вот тебя, наверное, удалим. Обратно ставим вот это. Выбрать. Да. Сюда же закидываем джонт, чтобы можно было использовать во время хода, выбрать. Да. И теперь что я туда могу еще в пассивку закинуть? У меня получается есть увеличение воздействия по площади, то, что и было. Присвоение разрушающего эффекта большинству функций. Это которые не разрушающие, возможно. Посмотрим. Возможность предотвращения появления клеток. Нет. Хорошо, давайте мы тогда увеличение воздействия по площади выбрать. Закидываем сюда же. Но при этом у нас есть еще вот такая штука. Присвоение разрушающего эффекта. А куда мы можем это закинуть? Давайте на троечку. На четверке у нас... Ты кто? Уменьшает стоимость планирования. Во, это нужно. Нет, это не буду трогать. Значит, вот ты. Тут можно посмотреть. Зависимость. В тайне от мира Дарзи страдал от нескольких, нескольких зависимостей, которые, по его мнению, являлись источником его таланта или, скорее, его вдохновением. К несчастью, он был прав. Когда же модельер решился на публичное признание и отказ от своих пристрастий, публика первоначально поддержала его, а затем карьера Дарзи пошла под откос. Теперь идеи уже не так часто осеняли его, или же он не успевал их воплотить. В результате, несмотря на протесты ближайшего друга и партнера Максимилиас, он не Максимилиас, Максимилиас, к
Кстати, возраст 31. Вернулся к старым привычкам. Именно в этот период Дарази свел знакомство с людьми, которые признались в том, что осведомлены о его состоянии и предложили модельеру принять участие в эксперименте, который мог излечить его без ущерба для таланта. Уверенный в том, что терять ему особо нечего, Дарази согласился на этот шаг. Вот тут есть еще новенькое. Во, Эшер Кендрилл. Это из новых функций, которые мы нашли мертвым, ну, там, наверху. Большинство детей со временем перестают спрашивать, почему. Но Эшер Кендрилл был не таким. Его жажда знаний и стремление делиться ими сделало его весьма успешным журналистом, который с удовольствием выполнял обязанности редактора по культуре и текущим событиям в службе OVC. Когда Кендрилл не был занят написанием статьи, он развлекался изучением истории родного города. Однако, чем глубже он погружался в эту тему, тем чаще испытывал разочарование, сталкиваясь с отсутствием данных или их противоречивостью. Факты никогда никак не выстраивались в стройную цепочку, и тогда Кендрилл начал собирать устные сведения об истории Клаудбанка. Он беседовал с уважаемыми членами общества, которые с удовольствием продолжали работать по достижению пенсионного возраста и был согласен поделиться своими знаниями о прошлом. Самым удивительным из них оказался один администратор. Я, в принципе, их больше не в ротацию-то не закидывал, значит, ничего нового не появится. Тут фишка-то в том, что их постоянно менять местами и пробовать комбинации. Но я вроде нашел ту комбинацию, которая мне нравится. В смысле? Да? Погоди. Выбрать функцию. Улучшить. Я забыл это сделать. Хорошо, извините. Так, хорошо, это мы сохранились. У нас есть... Нет, не ломается. Когда-то ломается, когда-то не ломается. Отсюда мы приехали, логично. Согласен, все стрелочки нам показывают туда, но я, блин, все равно решаю носом протыкать все вокруг, просто чтобы узнать. Только после вас, ёлки-палки. Офигеть. Так, погоди. Это нас очень быстро убьет. Давайте вот этих двоих хотя бы уроем. Это меня сейчас очень быстро убьет. Там чуть-чуть 50 жизней останется. Спарк потерян, отлично. Офигенно. Тебя попробуем убить. Если я сейчас еще и четверку потеряю, а я могу. Давай тебя попробуем убить. Прикиньте, они просто отлетают на дальнюю дистанцию. Это попробуем. Мне было показано, что я достаю. Вы не офигели там случайно? Возможно, вот так вот я смогу сделать. Но они берут и просто телепортятся. Вообще офигенно. Так, раз, два, три, четыре. И нормально, да? То есть...
Switch потерян. Который Nintendo? Так. Мне нужно дамочек поубивать. Потому что это в основном то, что меня сейчас губит. И... я даже не убью ее сейчас. Я сейчас потеряю еще одну функцию. Раз. А где еще? Нет, мне этого хватит, наверное. Вот тут, кстати, появление клеток мне бы, наверное, очень помогло. Ну-ка, раз, два, три, четыре. Раз. Убьют сейчас. А, блин. Это, по-моему, первый раз со мной случилось. Повторить попытку. Да, прикиньте, меня первый раз реально полностью убили. А, это неприятно. Давайте попробуем. У меня есть идея. Так, двоечку сюда. Четверку сюда. Двоечку сюда. И все. Раз, два, три, четыре. Попробуем. Так, стоп. Двойку. У кого больше жизни? Давай тебя выстрелим. Я попаду так вообще? Так, минутку. Двойку в тебя. Четверку в тебя. Раз. Я не попал? Так. Минус. Так, 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 осторожно. Так, стоп, двойку в тебя. Четыре. Четыре.
четверку. Раз, два, три, четыре. Чуть-чуть останется. Попробуем. Ах ты, тварь! Ну, они просто берут и телепортируются, когда им нужно. И забирают именно то, что нужно. На. Погодите, у нас... А как ты... Но я не могу этим сейчас управлять. Да хорош меня стрелять, блин, ребят, серьезно. Раз, два, три, четыре. Не телепорти... Ну, блин, ну ты посмотри на это говно. Оно просто взяло и сдрыснуло от меня. Какая красота. Отвали от меня. А чё так светло-то? Сюда. Блин, этот файт на самом деле был сложный, но вот после небольшого анализа становится понятно, что ну все в принципе доступно. Так. Я даже не знаю. Я, честно говоря... Давай выберу функцию. Пока что поставлю это сюда. Также поставлю джонт. И все, собак пока не буду ставить. Давайте тогда, ребятушки, вот, сохранились. Оки-доки. Ладушки, а ладушки, а не оки-доки. На этом будем тогда заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.